Всем привет, YouTube канал Владимир Староженко. Ну, я вам говорил, да, что иногда я открываю рубрику «Хорошие товары», да, для дома, для здоровья, для красоты, для дополнительного дохода. Ну, вот очередное приобретение, ну, в принципе, заслуживает внимания, у кого кошки, собачки там дома. Вот, смотрите, поделюсь нашим опытом с Иришкой, с Ириной Борисовной. Вот сколько заходил в зоомагазин, встречал горшки для котов. У нас большие коты, вот, фартовый, им 7,5 месяцев, да? И красавчик, 7,5 месяцев, два кота. И надо лоток было большой. Но я видел лотки от 1500 до 3000 рублей, да? От 1500 до 3000 рублей. Ну, как-то все не попадал. Что-то жалко было денег, да? Вот. И вот, короче, купили. Наконец-то. Что-то там чуть меньше 800 рублей. Сразу забрали. Он вот такой, короче, лоток с закругленными краями. Вот из двух частей. К нему тут еще вот ручки такие есть, но с мороза надо, чтобы нагрелось. И на наполнитель древесный. Честный объем в подарок. Супер впитывающий гигиенический наполнитель. Лесной, сибирская кошка. Просто вот красавчик. Хотя они вроде как из-под забора, из-под сарая. Но он получился как мейкун почему-то красавчик. Такой пушистый. Я опилки пробовал сыпать, опилки, но опилки за него цепляются, он пушистый, там у него хвост такой богатый, под хвостом там так все богато. Ну-ка, прокатит, ну, вот такой туалет вам, да? Ну-ка, облюбуйте. Вот, сейчас покажу, короче. До этого у них был вот, в своем доме живем, ремонт сделали после наводнения, классный. Смотрите, вот такой просто чисто тупо таз. Случайно с остатками уголька комочки вот остались. И они стали ходить вот сюда в таз. Облюбовали. Если в угольном ящике, в угольном сарае не закроешь дверь, они начали ходить по большому, по тяжелому в угольный ящик. В угольный сарай. Вот. Но сейчас у них все как надо. Как у VIP-котов, да. Вот. Вот такой ремонтик мы сделали. Все, тут линолеум еще отлеживается, межкомнатные двери. А до этого, что придумал им? Просто тупо за 319 рублей, за 319 рублей. Вот такой таз купил. Ну, 319 это не 1500, не 3000, да? Это игрушки ихние, играются они. Они вот в таз бумаги нарвал, там туалетной, там всякой разной бумажки мелких. Они стали там спать. Вот. С фруктовых ларьков, вот из-под мандарин ящики такие есть. Тоже туда нарвал бумаги пластмассовые, знаете, там такие. Вниз мусорный мешок одел. Ну, я показывал на своем YouTube-канале, Владимир Староженко показывал эту тему. Но они тоже в них спят, но не ходят. Знаете, да, кто любитель кошек, там собачек, тоже, чтобы туалет был, приняли животные, братья наши меньшие, тоже как бы не все просто так, да. Вот такой у них из поролончика такой коврик, новый просто вот линолеум. Еще стены все пустые, еще мебель даже не завезли, вот только сделали капитальный ремонт, все. Профессионалы побелили, покрасили, да? Вот, потихонечку приобретаем новую мебель. Все утонуло. Все заново. Это еще вот тут осталось после ремонта. Тут пена, там всякие инструменты, да? Краски, водоэмульсионки. Вот, еще все пусто. Еще все пусто. Это комната котиков, да? Комната котиков. Ну что? На улице просто минус 22 уже, зима, и уже жалко их на мороз выгонять.
Так-то они на улицу приучены. Но чтобы не было никаких недоразумений, теперь у вас право выбора. Да? Теперь у вас право выбора. Хотите по Дерибасовскому в уголь ходите? Вот такие красавчики. Смотрите, он какой классный. Пушистый такой, богатый. Хвостяра у него такой, как у мейкуна такой. Пузатые такие, мишки косолапые. А? Вот им. Он родился 28 апреля 2023 года. Вот читайте сами. Сегодня 19 декабря. Вот, получается 7 месяцев и 20 дней. Вот, красавчик. Есть вот таких еще 4 котенка по месяцу и 4 недели у нас на котельной. Вот точно кошка Муся та же самая, умные. Вот. И одна кошечка есть черная, вот такая, как фартос. Вот смотрите, тоже пузатые такие, наеденные. Но это сейчас они дома. А так они на улице лето прожили, в павильоне. Там у них павильон из черного бархата, тренажеры, они накачанные, цепкие. Гроза мышей. А четверо братиков-сестренок в коттеджах живут. Пристроили в хорошие руки друзьям, товарищам, знакомым. Там по работе, там по рекомендации. Ну все. А, братаны, они ухаживают за собой. Видите, все, вылизывают. И те то же самое. Кошка Муся их всему научила. И охотиться, и питаться, все подряд кушают. Кушают все подряд. И из зоомагазина любую пищу, и сухую, и всякие там желе. И рис, и гречку, и все у них. И человеческая еда там все. Вот такие дела. Так что коты в дом, деньги в дом. YouTube-канал Владимир Стороженко. Там я 2300 видео. Там мы из леса что-то собираем, из тайги, и с моря ловим, и огородничество. И как дополнительный доход через сетевые компании получите. 27 лет занимаюсь. И труд физический. Сейчас топлю сутки через сутки. Уже 4-й год подряд вот здесь работаю. То есть здесь живу. А вот работаю. Видите здание? Вот здание, видите? Кирпичное из оранжевого кирпича. Вот даю тепло. 30 номеров. Гостиница. Но гостиница непростая. Там еще у меня есть своя стратегия, тактика, концепция. Вот. 4 года подряд. Это говорит о стабильности. Вот. Самое главное, стабильно. Позитивно, стабильно. С уважением, добросовестно отношение к своей работе. Летом покос больших территорий. Наемник триммерами своими. Штиль 250. Вот, пожалуйста, кому надо работа и свободный график работы, сами вы решаете, когда вам работать, когда вам чем заниматься. Вот, покос травы, подскажу вам, тоже опыт 4 года. А так, 27 лет в сетевом маркетинге, тоже подскажу. Прошел более 50 компаний, легенда сетевого маркетинга тут у нас на Дальнем Востоке. Владимир Стороженко, YouTube-канал Владимир Стороженко, 2300 видео. Вот, там есть просто другие Владимир Стороженко, однофамильцы. Все, плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Телеграмом, плюс 7-914-974-45-45 только голосом. Спешите делать добро, найдите себе друзей, вот, и чтобы душа была доброй, меньше нервничать, заботьтесь о ком-то, и жизнь наладится. Коты в дом, деньги в дом.